Здравствуйте, мои дорогие зрители, я тоже рад видеть вас. Итак, ставим лайк и поехали. Сегодня расскажу о том, как в сети вы смели девчачью прическу Пугачевой. Некогда крайне популярная певица Жасмин недавно показала Аллу Борисовну в новом образе. Поклонники певицы уже не могут дождаться, когда же со своих продолжительных гастролей наконец вернется Максим Галкин. Публику распирает от интереса, в каком ключе пройдет встреча одной из самых обсуждаемых пар последнего времени. По всей видимости, у Аллы Пугачевой настрой более чем положительный, учитывая то, с какой прической она решила встретить супруга, еще недавно неустанно вертевшегося в череде скандалов, связанных с изменами Примадонна. Однако, неблаговерного супруга, по всей видимости, простила, но решила несколько измениться к его приезду, освежив свой образ. Однако, далеко не всем поклонникам эти преображения пришлись по вкусу. Более того, многие начали говорить о том, что Алле уж точно не стоило так позориться ради приезда Галкина, ведь эти перемены он не оценит. По их мнению, Алла Борисовна выбрала себе крайне девчачью прическу и сейчас выглядит именно так, как всегда не хотела сама. Пугачева не раз говорила, что главный страх для нее – стать пенсионеркой, которая молодится. До этого стилисты угадывали с тем, как Пугачевой выглядит практически безошибочно. Каждый ее новый образ публика хвалила все больше. Однако на этот раз фанаты лишь высмеяли школьный хвостик на голове у Пугачевой. Уже не первый год Алла Пугачева старается соответствовать всем трендам в мире моды и восхищает поклонников стильными нарядами и молодежными прическами. Весной всегда хочется выглядеть обновленно и что-то поменять в своем образе. Не стало исключением и Алла Пугачева. Судя по новым снимкам артистки, которые появились на днях в соцсетях, Алла Борисовна решилась на новую прическу. Публика посоветовала Алле оставаться собой. А главное, показать Галкину, что он не является пупом земли. Для этого ей следует перестать меняться ради юмориста по каждому его велению. Всем большое спасибо за внимание. Ждем вас на следующих просмотрах. Ставим лайк или дизлайк. Не забываем подписываться на канал. Нажимаем колокольчик справа. Благополучия и здоровья вам!